Приветствую вас, и знаете, вот я бы хотел вам сказать такую вещь, что бабочка является человеком по земле, в известной степени, очень сильно похожа на ребенка. То есть, по сути, это такой вот большой ребенок, взрослый ребенок, который, ну, собственно, капризничает иногда, который, собственно, качает свои права иногда, который хочет чего-то для себя, который эгоцентрист, к сожалению, да, то есть в некоторой степени человек думает только о себе и больше ни о ком и ни о чем. Вот, и это нормально, то, что происходит с ней. Это нормально, то, что вот она себя так ведет. Это совершенно нормально, что она так себя ставит. Но она хочет вот это вот важно понимать. Она хочет, чтобы ее услышали. Она хочет, чтобы ее поняли. Она хочет, чтобы как-то все-таки с ней считали. И совершенно определенно для вас будет правильным момент, если вы будете. Значит, если вы будете занимать ее сторону в конфликте. Вот она на маму за что-то обиделась, вы ей там тут же говорите: бабушка, я тебя понимаю, там мама не права, она там, ну, не знает, например, что говорит, она не знает, что там делает, она не со зла и прочее. Поймите, просто постарайтесь вот этот вот момент понять, что бабочке нужна от вас поддержка. Ей, собственно, больше от вас ничего не нужно. Ей нужна только поддержка с вашей стороны. По сути дела, больше ничего, только поддержка. И если вы ей это дадите, а я думаю, что вы в силах ей это дать, если вы ей это дадите, ну, на мой взгляд, все проблемы, которых вот, у вас есть, которые у вас могут быть, они все уйдут. Потому что бабушке активно нужна поддержка, бабушке активно нужна ее такая, знаете, сторонница, которая бы вот прямо поддержала ее, которая бы поняла ее, которая бы не считала бы ее там обязательно виноватой, да, и так далее. И вы можете это все дать бабочке. Причем совершенно не обязательно как-то считать так, как вот вы говорите. Совершенно не обязательно самой так думать. Нет.
это все не обязательно, вам достаточно просто-напросто высказать поддержку бабочке, все. Больше от вас вообще ничего не требуется на самом-то деле. И тогда у вас все будет хорошо, и тогда очень быстро вы наладите с ней общение и диалог, ибо бабочка в итоге, по итогу, получит то, что она хочет, и как бы все. Получив то, чего она хочет, она успокоится, скорее всего, она будет спокойнее, она не будет уже так вот как-то, ну, вам, если я понял, вам она доставляет как раз таки хлопот. Значит, она не будет этого делать, потому что будет видеть в вас своего сторонника, и вам она еще, что немало, вам она еще будет поддержку оказывать. Это точно такой немаловажный момент в этой ситуации. То есть давайте мы сойдемся на том, что вам желательно все-таки бабушке высказывать больше поддержку, бабушке высказывать больше какого-то вот такого положительного чего-то, да? Вот. И, соответственно, это поможет вам разрешить конфликт. Ну, а маме своей говорит, что вы просто очень бабушку любите, что хотите, чтобы она была счастлива. И ни в коем случае не подтверждайте то, что если бабушка будет как-то говорить маме о том, что вы поддерживаете ее, то бишь бабушкины взгляды на ситуацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.